В поселке Искатели построят новую школу на 800 мест. Располагаться она будет на месте снесенных домов по улице Нефтяников. План строительства уже утвержден. Об этом и не только поговорили работники Посжилкомсервиса в рамках обсуждения концепции 2025. Школа вырастет рядом со спортивной площадкой, которая так полюбилась жителям поселка. В связи с этим у сотрудников Посжилкомсервиса возник вопрос, не потеснит ли новое учебное здание игровое поле. Пострадает ли спортивная площадка, которая построена вблизи школы, детская площадка, которая является, наверное, украшением всего поселка? Да, конечно, нет. Все это рассчитано, все это предусмотрено. Кстати, в кирпичное трехэтажное здание школы переедет детская музыкальная школа, а деревянную постройку снесут и на ее месте устроят зеленую зону.